BMW Group Россия с 1 октября нынешнего года установила новые рекомендованные розничные цены на машины BMW. Среднее повышение цен 3,9%, сообщает пресс-служба баварской марки. Так, ценник на самую доступную модель BMW на рынке России BMW 2 серии Gran Coupe теперь начинается от 2 230 000 рублей. BMW 3 серии после повышения цен предлагается от 2 710 000 рублей, а цена BMW 4 серии от 3 270 000 рублей. Седан 5 серии можно купить от 3 640 000 рублей. Стоимость BMW 6 серии GT начинается с 4 530 000 рублей. Удлиненная версия премиум седана BMW 7 серии Long от 8 250 000 рублей. Вырос ценник и на внедорожные модели BMW. Так, базовый BMW X1 будет стоить от 2 240 000 рублей, модель BMW X2 2 380 000 рублей, а BMW X3 можно будет купить по цене от 3 780 000 рублей. Новая стартовая цена BMW X4 составляет 4 090 000 рублей. Модели X5 и X6 будут стоить от 5 150 000 и 6 020 000 рублей соответственно. Между тем, компания BMW Group Россия запустила в нашей стране сервисную программу BMW Service Inclusive 480. Все машины бренда, которые были произведены для рынка РФ начиная с ноября 2020, для некоторых моделей, начиная с декабря, смогут проходить бесплатное регламентное техническое обслуживание в течение 4 лет либо до достижения 80 тысяч километров пробега, пишет Автостат. Напомним, что ранее BMW X2 получил новую комплектацию Mesh Edition. Она будет отличаться ярким оформлением внешнего вида и дисков колес, а также спортивными креслами в салоне. Новинка призвана привлечь молодую аудиторию покупателей.